это первый российский фильм про супергероев. Мы разрабатывали всю эту историю с нуля. У нас нету, так скажем, ментальности культуры комиксов, поэтому нам не на что было основываться. Мы придумали свою собственную философию, и именно это очень сильно помогает нам отличаться от западных аналогов. Наш фильм сразу получает много бонусов, потому что это действительно сказка. Фантастическая сказка с элементами экшена. И интересно наблюдать за этими перипетиями, в которых находятся герои, как они спасают мир. Я бы сказал, этот фильм — это вообще один большой аттракцион. Мы действительно имеем очень большую степень свободы и действительно очень большие ресурсы. Здесь все подобралось так, что кино выйдет действительно интересным в визуальном плане, причем не только в масштабах России. И опять же, при колоссальном объеме компьютерной графики мы стараемся привносить настоящий объем. Мне кажется, что это тоже как, в принципе, и вдохновляет, и помогает делать кино реалистичным. Люди хотят видеть сверхлюдей. Если это показать достоверно и убедительно, если объяснить, почему этот человек такой, почему он обладает этими способностями, как он расплачивается за это, каков механизм, какие у него слабости, если это сделано правильно, это должно притягивать. Уже пришло время, когда поколение, молодое поколение, следующее поколение, им требуется что-то свое. Через защитников можно доносить до маленького зрителя очень много интересных вещей. Но уже языком супергероев, которые понимают все дети. Мы не соревнуемся с продукцией Marvel или с продукцией DC. Мы просто делаем хорошее кино в рамках своего бюджета и в рамках своей страны. За две недели я должна объехать весь бывший Советский Союз, собрать команду сверхлюдей и остановить сверхзлодея? Абсолютно верно. Эти люди — наша единственная надежда. Как называется моя миссия? Защитники. Мы такие же, как и ты, Лер. Хан. Арсус, хочешь знать, кто это сделал с тобой? Пошли с нами. Стремительное наступление армады военных сил на столицу продолжается. Действующая армия оказалась бессильна перед натиском противника. Все попытки остановить наступление заканчиваются отказом всей военной техники. Отдел экспериментальных разработок подготовил спецкостюмы, повышающие вашу эффективность. А где мое? Hi, Vale here. Now, staying with the superhero movie theme, did you know that Spider-Man was almost called Flyman? No, I'm not joking. When Stan Lee was asked to create a new superhero to follow in the footsteps of the extremely popular Fantastic Four team, the legendary creator thought up Marvel's next big thing after spotting a fly on the wall. According to Lee himself, that got him thinking about a superhero that could stick to walls. Flyman and Insect Man were a couple of his ideas on the hero's name before coming up with Spider-Man. So what do you think about that? Let me know in the comments below and I will leave you with some superhero movie playlist to watch.
See ya.